Итак, мы готовы начать? Опаньки! Я только вспомнил. Мне нужно сходить в туалет. А вы давай развлекайтесь. Да! Куда? Стой! Ваша память. Какой это монстр? Фроги. В смысле? Ах ты скотина продолговатая. Всем привет, дорогие дамы и господа. С вами я, Боин 37. И сегодня я хочу вам донести кое-какую информацию, очень важную информацию. Вы видите то, что я стою здесь, а не возле Папаруса или возле Санса в водоеме. Дело в том, что мой гребаный телефон не выдерживает много памяти, поэтому ролики будут идти коротко, около 10 или 20 минут. Так что заранее вам извиняюсь, то, что мой дебильный телефон не позволяет мне... хранить большую память и выкладывать с хорошим монтажом, так что извините. Извини, Андан типа сказал, что где-то тут точняк бродит. Где-то тут точняк бродит человек. Так что, типа, мы королевские стражи, переграждаем путь к лифту. Даже если лифт все равно не работает, мы сделаем все, мисс Андайн. Окей. Лучше лифт. Ладно. Погнали. Лаб. Лаборатория, походу. Как бы, чё? Это ты? Нет, это дядя Лёша. Слишком темно, чтобы что-то расходить. Доброе утро. Как в толчке? Боже мой, я не ожидала, что ты появишься так скоро. Я забыла про душ. Я едва ли одет, это жуткий бедлам и... Успокойся, пожалуйста. Все, успокоилась? Давайте. Привет. Я доктор Альфис, королевский ученый Асгора. Асгора, да. Но, я не одна из этих плохих ребят. На самом деле, как только ты вышел из руин, я, наблюдал за твоим путешествием через всю консоль. Твои сражения, твоя дружба, все. В общем-то, я собралась остановить тебя на наблюдение за кем-либо через экран, для тебя привязаться к нему. Итак, теперь я хочу помочь тебе. Используя свои знания, я легко проведу тебя через жаркозелье. Я знаю верный путь в замок Асгора. Без проблем. Но, в общем-то, есть одна крохотная проблема. Давно я создал робота по имени Метатон. Изначально я построил его, чтобы он стал развлекательным роботом. Ты знаешь, что вроде бы ТВ-звезды или типа того. В любом случае, недавно я решил сделать его более полезным. Ты знаешь. Просто некоторые небольшие улучшения. Например, противочеловеческие боевые способности. Конечно, только я увидела, что ты уйдешь. Я сразу же решила, я должна была убрать эти улучшения. К несчастью, в процессе я, возможно, совсем немножечко ошиблась. Теперь это неудержимая машина без жертв человеческой крови. Но, надеюсь, мы не попадем прямо на него. И в это время к нам он идет, да? Огромный робот. Ты что, не слышал? Нет, это мне чудится. О, нет. Что происходит? О, да. Добро пожаловать, гроза Дольги. Доброго... Ты же тот автомат, который у Папайруса был. На нашу викторину. Боже мой, чую, что шоу обещает быть горячим. А ну-ка, вместе дружно поприветствуем участника. Я бы похлопал, руки заняты. Первый раз у нас, дорогуша. Все просто, никаких проблем. Правильно лишь одно. Отвечай верно. Или умри.
Пр-па-па-па-па. Метатон. Лакус. Оценить. Метатон. Атака 30 за счет 255. Металлический корпус делает его неуязвимым для атак. Начнем с легкого. Давай. Привет за правильный ответ. Так. Больше вопросов? Верно, похоже, что у нас получилось. Повторим продолжаться. Так, внимание. Приз в студию. Полное имя короля. Ну, это даже я знаю. Правильно, какой потрясающий ответ. А, давай пощадим, идёт. Довольно о вас, поговорим обо мне. Ещё сделан роботы. А, металла магия. Сахар из поля. Еще один простой вопрос. Я буду продолжать. Не рассчитывай на победу. Сколько мух в этой банке? Мать твою. 4. Верно, вам сегодня везет. Действительно. Проверим вашу память. Какой это монстр? Роги. В смысле? Ах ты, скотина продолговатая. Ну что, словно это? Чмокнул бы были призрака. В смысле, сейчас возьми. Вот еще просто. Что-то буквы, не потом. Куда полетел? Что ж, это было что-то особенное. Ладно, давайте погуляем с Альфис, а потом я кандай буду. Это последний вопрос. Он не должен был его задать. Действительно. Что это? А могу в дорогу зайти, интересно? Просто нас за это становишь футов в ширину. Фунт в ширину, ты чё там? Постой. Что такое? Парень не дает тебе мой номер телефона. Тогда, возможно, если тебе понадобится помощь, я смогу. Где ты достал этот телефон? Он древний. С него нельзя даже чатиться. Погоди секунду, пожалуйста. Я даже не хочу спрашивать, что ты там делала. Вот и я улучшу его для тебя. Теперь тут есть чат. Даже дреблески есть. Даже зарегистрируйте себя в крупнейшую подземелье соцсетей. А, я знаю. Я забыл. Как там? Какой-то инстаграм, типа. Монстрграм. Вот, Монстрграм. Что-то мы официальные друзья. Давай чуть-чуть отсюда. Я пойду в ванную. Стой. Прямо из-за дверей переменяю желтые лапки. Ладно. А мы Кафельс пойдем. Фу, Кафельс.
Кстати, здесь, ну, в андроиде не проработано то, что мы должны двигаться вместе с этой камерой. Здесь камера одна двигается на нее. Так, ладно. Эти к лифту не подпускают. Зато я пойду другим путем. Ладно, до свидания. О, лодочник, привет. Тролло-ло, я паромщик. Я тебя лодочник называю. Кряво перевод или паромщица. Не так уж и важно. Я люблю плавать на своей лодочке. Не хочешь присоединиться? Пытают? Кто-то, да. Куда мы сегодня направимся? Снежный водопаде. Давайте в водопаде. Тогда мы отливаем. Ой. Тролло-ло, ты когда-нибудь слышал старую песню, идущую с моря? С моря? В смысле? Старую песню с моря. Спасибо. Возвращайся когда-нибудь. Тролло-ло. Так. Окей. Здесь этот старикан, да. Здесь старикан. Так. Главное, чтобы не заблудиться, мне надо туда идти. Как я помню. У меня память, блин, кита. Папарус, где дом Андая? Так, тихая зона. Вроде здесь дом Андая. Верно. Так, манекен. Что? 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 Такова жизнь. А, это ты! Да ну! Ага! А вот и человек. Ты готов познакомиться с Андаем? У меня есть план. Следует вас... друзьями. Хотите позависать? Ну да. Хорошо, держи позади меня. Пс. Обязательно дай ей это. Она их обожает. Привет, Папарус. Готов к своей приватной тренировке один на один? Подожди секунду, сейчас меня зовут. Продолжаем, друзья. Так, посмотрим. Еще как готов. И я привел друга. Привет. Не думаю, что мы... Доброе утро. Почему бы вам двум не войти? Блядь, это волнительно. Можно я домой? Окей. Вау. Что это за... Что это за меч? Мне плохое ощущение. What on day? Мой друг сделал подарок для тебя. Своими руками. Спасибо. Я положу его к остальным. Папарус. Итак, мы готовы начать? Опаньки. Я только вспомнил. Мне нужно сходить в туалет. А вы двоем развлекайтесь. Да! Куда? Стой! Слышь. А зачем ты сюда пришел? Чтобы ткнуть свои победы мне в лицо? Чтобы дальше меня унижать? Это так? Нет. Тогда почему ты здесь? Погоди, я поняла. Ты думаешь, что я не стану дружить с тобой? Что я стану дружить с тобой, да? Верно? С тобой никогда. Ну, да. Правда? Как очаровательно. Я согласна. Давай все будем... кувыркаться в полях дружбы. Нет! С чего бы мне вообще дружить с тобой? Если бы ты не была моим гостем, я бы избила тебя прямо сейчас. Ты враг всех наших надежд и мечтаний. Я никогда не стану твоим другом. А теперь проваливай из моего дома. Черт! Какой позор! Мне казалось, вы с Андой можете подружиться. Но я думаю, что переоценил ее. Таков вызов не для нее. Вызов? Что? Папарус, погоди секунду. Черт. Думаю, что я не смогу дружить с тобой? Ха! Вот это шутка. Я с придурком как-то в любой день. Я покажу ему. Слушай, человек, мы не просто будем друзьями. Мы будем лучшими друзьями. Я заставлю тебя любить меня так сильно. Что ты не будешь думать больше ни о ком. Это идеальная месть. Почему бы не присесть? А можно я пойду? Как мило, что ты пришел погостить.
Почему бы тебе не интересовать? Да? Как-то раз, друг Альфис нанес мне визит. Все, что он делал, она это. Это лежал на пианино и кормил себя виноградом. Мне очень нравится этот парень. Но я восхищаюсь его жизненным стилем. Мне нравится тебе этот парень, может, девушка, чувак. Точнее, леди. Что это за... Я скажу, что это за елда? Люди отстой. Но их история, это что-то. Вот в точку. Это гигантский меч. Я думаю, это гигантский хрен. Согласно истории, люди нанесли 1000 ударов больше их самих. Верно? Да. Я так и знала. Да, впервые я об этом не услышала. Я сразу захотела такой. Что... Так что мы сделали гигантский меч вместе. Она сделала все сама, на основе своих чертежей. Она умная, да? Я думал, ты ее считал замом. Ладно, присядем. Сесть и продолжим? Да, продолжим. Не осматривай больше ничего не надо. Удобно? Я достану тебе что-нибудь попить. Попить? Спасибо. Ой, нафига. Все здесь. Чего ты делаешь? А, да я сам встану. Эй, не вставай. Ты гость. Сядь и наслаждайся этим. Почему бы эти просто не поглядеть на то, что ты хочешь? Ты можешь использовать копье. Окей. Ты что, заигрываешь со мной? Ладно. Поверь мне, я бы с радостью на фарш ворвал тебя мечом, если бы ты не был моим любимым гостем. Чай, абсолютно правильно видно. А, здесь прямо написано, абсолютный чай. Ха, скоро будет готов. Так. А, ты воды набрала, окей. А, ты понимаешь то, что у тебя еще газировка как бы на плите? Вода закипит через минуту. Ладно, подождем. Вот это кипячение. Хорошо, теперь все готово. Так, а что ты туда добавил? А, ос, спасибо. Вот так вот. Вот так вот. Вот так вот. Осторожно, он горячий. Он не настолько горячий. Он не настолько... Просто выпей его уже. Это кипяток. Несмотря на то, очень вкусно. Вкусно? Так ведь? Все лучше для моего абсолютно драгоценного друга. Окей. Я взаимодействую. Эй! Знаешь, немного странно, что ты выбрал этот чай? Чай золотого цветка. Это любимый чай Асгора. Хотя, если подумать... В каком-то роде ты напоминаешь мне о нем. Вы оба такие придурки. Отчасти. Придурки? Король Асгор? А он тебе за это язык не отрубит, а? Ты знаешь, я был вполне вспыльчивым ребенком. Когда-то, чтобы доказать свою силу, я попытался заразить Асгора. Акцент не пытался. Я даже удара нанести не смогла. И, что еще хуже, все это время он... Он не сопротивлялся. Я была так унижена. После этого он извинился и сказал кое-что дурацкое. Прошу прощения. Ты хочешь знать, как победить меня? Я сказал да. И с тех пор он тренировал меня. В один день, во время тренировки, я наконец смогла сбить его с ног. Я чувствовал себя хреново. Но он весь сиял. Никогда не видела, чтобы кто-то гордился тем, что ему надрали задницу. Ну, короче, он продолжал тренировать меня. И теперь я глава королевской сражи. Поэтому я учу всех чайников драться. Как Папайроса. Он из окна случайно не выглянет от таких слов. Но, если честно, не знаю, смогу. Смогу ли я сделать Папайросу частью королевской стражи. Не говори ему, что я сказал. Он просто, В смысле, он не такой уж и слабый. В общем-то, он офигительно сильный. Просто он слишком невинный и хороший. Ну просто глянь, он должен был взять тебя в плен. А вместо этого
В итоге он с тобой подружился. Я бы никогда не отправил его сражаться. Его разорвут на маленькие улыбающиеся кусочки. Это часть причины, почему я начала учить его готовить, понимаешь? А, вот от кого такие ужасные спагетти! Приятно познакомиться, шеф-повар, блин! Так что, можешь занять чем-нибудь другим. Мне это не нравится. Не, нормально все. У тебя, конечно, сейчас не так. Я сделаю еще. Спасибо, не надо. Секундочку. Папайрус, его урок кулинарии. Он должен был здесь прямо сейчас. И если его здесь нет, значит, тебе придется отдуваться за него. Не надо, пожалуйста. Пощади меня. Ай, верно. Ничто так не сближает меня и Папайруса, как готовка. Это означает, что если я дам тебе урок, мы станем настолько близки, что ты не можешь себе даже представить. О, страшно? Мы станем лучшими друзьями. Страшно, очень страшно. Ой, ай, в смысле, больно? Давай начнем с соуса. Что это? Представь, что эти овощи твои стоклятые враги. Сейчас, выбей из них свою... Как ударить? Сильно, на. Вы бьете овощи со своей всей силы. Вы опрокинули помидоры. Да, да. Наши сердца объединяют против этого здоровой пищи. Теперь моя очередь. Моя очередь. На! Мы просто наскребем его в побольше. Но сейчас мы добавим лапши. Домашняя лапша самая лучшая. Ну я просто покупаю магазины. Так дешевле всего. Да. Просто положи ее в костюме. Как вы положите? Свирепо. Все костюме, естественно. Здесь покупка. Мне нравится отпустить, но... Да, мне так это нравится. Отлично. Стало время переменить посты. Главное правило. Чем больше мешаешь, тем лучше. Это? Давай, начнем. Сильнее, я могу, я как могу, я стараюсь. Я стараюсь. Не могу, не могу. Ох, дай сюда. Ух. Вот это я понимаю. Отлично. Теперь заключительный этап. Прибавь жар. Пусть меняет страсть. Пусть твои надежды и мечты разгорят пламени. Готов? Ну, держись. А, справа. Горячее. Окей, как хочешь. Горячее. Ну как? Подожди, это слишком. Ёкарный бабай! Чувак, неудивительно, что Папайрус со сцены готовит. Что ж дальше? Скрамбукинг? Бросает дружбы? Кого я обманываю? Ты правда все испортил, не так ли? Я не могу заставить себя любить меня, человек. Некоторые просто не могут ладить друг другу. Я не пойму, если ты такого мнения обо мне. Если мы не можем стать друзьями, все в порядке. Потому что если мы не друзья, это значит, я могу уничтожить тебя безо всякого сожаления. Я была повержена, мой дом разрушен, я даже не смогла подружиться. Вот и все. Мне все равно, что ты все еще мой гость. Последняя битва, которая решит все. Только так я смогу достать свою честь. Ну давай, бей меня всем, что ты можешь. Сейчас нанести ударом первым. Ладно, как хочешь. Да вы шутите! Чего? И это все, что ты можешь? Даже атакую в полную силу? Ты просто не можешь набраться решимости на меня, да? Знаешь что? Я правда не хочу драться с тобой больше. Поначалу я ненавидел твою тупую смачность, но...
То, как ты меня сейчас ударил, это напоминало мне кое-кого, с кем я тренировался. Теперь я знаю, что не просто бесхребетный лузер. Ты бесхребетный лузер с большим сердцем. Как удобно. Мне комплимент и еще в душу плюнуть. Совсем как он. Послушай, человек. Похоже, что вам со Сгором суждено сразиться. Но зная его, он, наверное, не захочет. Поговорив с ним, я уверен, ты сможешь убедить его отпустить тебя домой. Когда-нибудь какой-нибудь плохой человек упадет сюда. И я заберу душу взаймы. Вот и все. Верно? Ха. Но если ты вредишь Асгору, я возьму человеческую душу, перейду барьер и выбью из тебя всю боль. Для того, чтобы для этого нужны друзья, так? А теперь сваливай к чертям из этого пожарища. Блин. Что ж, было весело, да? Да. Надо будет потусить вместе как-нибудь еще раз. Но, наверное, в другом месте. В ближайшее время. Думаю, я буду тусить по Парису. Если я понадоблюсь, приезжай в Снежниград, окей? Я туда поеду. Ой, я если понадобится помощь, просто позвони по Папайрусу. Ага. Раз уж мы в одном и том же месте, я смогу поговорить. Что ж, увидимся, малой. И на скейтборде покатался. Что? 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 Такова жизнь. Похоже, теперь здесь живет только огонь. Шутка вообще просто сайство. Ай. Вы чувствуете успокаивающуюся безмятежность. Вы полны решимости. Ах, ладно. В этой тихой зоне мы закончим. Было весело, было прикольно. Было просто... Ну, классно, короче. Вот за что я люблю Undertale. Ладно, продолжим, конечно же, в следующей серии, если мне телефон позволит выпустить эту. Ну, а с вами был Boyn37. Подписывайтесь, ставьте лайки, делайте комментарии, присылайте видео друзьям, чтобы они тоже ставили лайки. Ну, а с вами был Boyn37. Всем удачи. Я сказал всем удачи. Всем